Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Days Gone. И, короче говоря, мы прибыли убивать Орду и опробовать оружие, сделанное Уивером, а то есть напалом. Я не знаю, какого хрена кто укусил Дикона, но он почему-то вот этому нигеру сказал оставаться здесь. Это не есть хорошо, я тебе серьезно говорю. Это вообще не есть хорошо. Меня очень пугает Орда. Поэтому я даже не знаю, как с ней справляться. Но в принципе, нет, мы с тобой уже справлялись с Ордой. Все по-тихому нужно делать. Так что давай подъедем. Я не знаю, где она, правда. Я говорю, надо их как-то замедлить. Эти уроды любят толпиться, лезут друг другу на головы. Если найти узкий проход между грузовиками, зданиями или типа того, им понадобится время, чтобы протиснуться. Ага. Как только я от них оторвусь... Ты взорвешь их нахрен? Именно. При необходимости повторить до полного уничтожения. Пиздец. И это твой план? Да, это мой план. Ну, в общем, да. Ой, я дырку вижу. Удачи, Сан-Джон. Дай-ка я здесь поставлю мотак. Вопрос удачи. На всякий случай. Да, ладно. Если придется драпать, короче, быстро. Вижу. Сообщай, если помощь нужна. Да лучше бы ты сам пошел. Вдарил, короче, эту Орду. Давай посмотрим, подготовка нужна. Не-не-не-не-не. Где Орда? 126 метров. Здесь очень много всяких взрывоопасных херовин. Бля. Ты чё здесь гуляешь, утырок? Иди нахер отсюда. Шёл нахер. Так, вот, я вижу хороший взрыв. Может получиться. Тихо. Ты знаешь, я, наверное, буду ставить... бомбы с датчиком приближения. Должно сработать. А, хотя смысл с датчиком приближения. Хотя да, лучше с датчиком приближения. Или это, подожди, это какая? С дистанционным. А датчиком приближения другая. Ну давай здесь все быстренько обыщем. Посмотрим, где есть еще цистерны. Так, это мини-цистерны. Большая, есть где-нибудь цистерна? Так, это баллоны с пропаном. Нет, я так понимаю, не взрывается. А вот неплохое, кстати, место. Чтобы их жахнуть. Ага, подожди. Напалмовый коктейль, бомбы. Хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Будем бегать, короче, от них, пока не посинеем. О, ништяк. Это ж хорошо. Где с датчиком? Дистанционное с подрывом. С приближением. С приближением, наверное, лучше вот сюда поставить. Если я попробую пробежать, они же за мной вот здесь побегут, да? Хорошо. Хорошо установить. Ага. Пойдем дальше смотреть. Так, слева, справа мы с тобой запомнили, в принципе, где есть ловушки. Осталось только найти Орду. Так, здесь я могу побегать немножко. О, а тут всякие ништяки можно сразу собрать. Тихо. Сразу ништяки соберу. Ох, не нравится мне это все. Так, вот здесь еще есть какая-то херота. Фух. Тут я могу залезть наверх. Ага. Ну хорошо, ладно. В принципе, мы с тобой, наверное, готовы. Где эти утырки? Бля, смотри, сколько их. Ну чё, давай знаешь, что попробуем? Пиздец, как их много. У меня есть одна идея. У меня же с тобой есть эти манки. Может, воспользуемся манками пока что? Все, обратной дороги нет. Как хочешь. Oh.
Ё-моё. Давайте, давайте, собирайтесь. Тихо. Бля, я на них не докидываю. Горите в аду! Это обалдеть. Друзья, это просто жопа. Поближе, может быть, вот сюда вот. Чтобы докинуть до них. О, ништяк. О, нормально, нормально горят. Смотри-ка, уже немного осталось, в принципе. Нам бы с тобой половинку бы размандить. Давай вот сюда поближе кинем. Ништяк. Ну что, готовы? Отлично, просто великолепно. Много еще, капитан? Да много. Примерно четверть. Продолжай. Давай еще. Пытаюсь. Отлично. Короче, мы думаем, что справимся и так. Собирайтесь, 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 твари. И держи. Ух, как хорошо жахнуло. Получилось. Смесь Уивера работает. Да работает, работает. Мне половинку нужно уничтожить их. И потом побегаем. Давайте, 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 побольше собирайтесь. Ловите! Фух, как страшно-то. Сэнджо, ты перебил почти половину. Так держать. Хорошо. Твою мать. Ну что, побежали, короче. Не заблудитесь, я здесь. Давай, 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 давай. А вот вам свежее мясо. Что, не нравится, да? Где они? А, они за мной не побежали, что ли? Нормально. Нормально. Живем. Ух ты, ёпта. Но у меня есть, короче, вариант просто их еще один разочек жахнуть. Чтобы их вообще осталось чуть-чуть. Как тебе этот вариант? Я думаю, что он прекрасен. Я думаю, что этот вариант просто великолепен. И еще немножко молотого не могу сделать. Ладно, фугасиком обойдемся. Бах! И вот туда фугасик. Что-то медленно убавляются. Твари, я здесь. Воу. Петушня. Ништяк. Давайте, давайте. Ништяк. Воу. Иди нахуй. Нормально, 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 нормально. Побежали, побежали. Уходи, побежали. Уходи. Да бегу, бегу. Да я уже понял. Нормально, нормально. Все будет хорошо. Тихо. Тихо. Использовать, блядь. Опа. Может, ты побежишь нормально, быстро? Давай их сюда заманим. Воу. Нормально. Осталось немного, капрал. Где эта четверть? Блядь, четверть это много. Четверть это много, ты знаешь. Много. Много. Суки! Воу, 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 не трожь меня, сука.
Не трожь меня! Бля-б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 ля. Я знаю, я вот здесь бомбу положил, короче. Смотри. На, бля. Надо сожрать еще микстуру, короче. Где она? Использовать. Так, я здесь не пробегу. Уходи оттуда! Да убегаю, убегаю, убегаю. Иду я. Короче, осталось только их шмалять по ним и все. Больше ничего не остается. Дай-ка я переключусь вот на это оружие. Идите сюда, ублюдки! Да, подходите! А вот вам свежее место! Вот ебать их тут! Бля-бля-бля-бля-бля! Иди нахер! Все, убегаем. Убегаем отсюда нахер. Убегаем. Тихо. Тихо. Не подходите, суки. Давайте. Ага, вот так. Что, не нравится, да? Тихо. Прыгаем. Где хоть коктейль-то Молотова? Тихо. Я так и планирую. Нормально, нормально. Пусть бегут. Ничего страшного. Поджигай, да нахер поджигать. Сейчас так повалим. Их чуть-чуть осталось. Как ты зря. На. Коури, пожалуйста. Пожалуйста, скажите. Все. Поразительно. У тебя получилось. Ты перебил. Ну ёпта, конечно получилось. Да, мне раз плюнуть. Херня. Раз плюнуть. Сто раз так делал. Ты знаешь, мне нужно все-таки обобрать этот дом. Все, что здесь Сара, есть, надо все слышишь, собрать. Лейтенант Уитакер, говорит капрал Сент-Джон. Ответьте на вызов. А, куда ты подевалась? Что-то Сарка не отвечает, капитан, это плохо. Я сейчас пытался связаться с лейтенантом Уитакер, она не отвечает. Хочешь рассказать об успехе? Ну? Да, она будет в восторге. Это уж точно. Скоро ее увидишь. Лейтенанту Уиверу пока не говори. Я хочу сообщить лично. Ладно, сам сообщишь, да, короче. Да. Я понял, ваше право. Конец связи. Все, мы все сделали, кроме коктейля Молотова. А чего не хватает полистирола? А где эти, блядь, его возьмут, я не понимаю. Давай уши обберем. Че мы сюда, зря пришли, что ли? Уши соберем, всякие херуши, беруши, бутылки. Ништяк. Потрошки. Слушай, здесь много всего. Ты знаешь, нам повезло. Я тебе точно говорю, что нам повезло. Хорошо, что мы с тобой часть расфигачили просто так. С манками. Вот с манками вообще хорошо получилось. Мы половину где-то твари размандили манками. Самое время собрать урожай. Смотри, сколько их здесь, пиздец. Просто, просто трындец, чел. Ты посмотри, сколько этих ублюдков здесь. Так, еще три уха. Раз, два. Вижу по карте. Двигаюсь тупо по карте, потому что так легче собирать уши. Так, где что еще есть? О, а можно было и сюда залезть, короче. Ну, куда я пролезу? Хопа. О, всякие вкусняшки. Потом можно было залезть сюда, вот так. Вот, короче, перепрыгнуть их и сжечь. И взорвать вот эту бочку, понял. Короче, это все херня. Манки рулят. Манки всегда рулят. О, можно достопримечательность посмотреть. Давай. Вот та интересно. Хорошо жахнула огромная бочка. Но мне кажется, что когда мы с тобой их поджигали манками и всякой дрянью, больше их умирало. А может, мне кажется просто. Возможно, что просто мне кажется. Так, где-то я здесь пробегал и видел много ништячков. Во. Опа. Где еще ништяки? О, ништяк. Ты знаешь, очень неприятно, когда они тебе, сука, на ухо орут. Вот это вот самое неприятное в этих фриканах. Они начинают на тебе в ухо прям орать, долбить. Ты думаешь, блядь, что ж делать-то? Что ж делать-то? Куда скрыться? Куда убежать? Можно было просто звук убавить, да и все. Я думаю, было бы легче, если бы мы вообще без того, без звука бегали. Было вообще не то, что не страшно, было похер просто. Так, там двое еще. Так, отдай мое ухо. Законное. Сколько вот здесь, интересно, их жахнуло? Что-то немного.
Мне кажется, от обычной бомбы, да, их больше разлеталось, чем от ловушки. То есть эти все ловушки, они, возможно, не очень-то... Вот сколько здесь? Раз, два, три, четыре. Четыре человека? Да ё-моё. Я-то думал, будет поболее. Четверо – это очень мало. Бля, долго буду уши, интересно, собирать. А пойдем посмотрим, сколько здесь их полегло. Так, 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 так. Нормально. Это я их уже здесь отстреливал. Отлично. И около большой цистерны должно быть дохренище их. О! Ну как дохренище? Ну так себе. Разметало немножко. Короче, ты понял, да, как с ордами бороться? Нужно просто тупо сначала собрать все манки, всякие херенки. О, блядь, запас сил кончился. Да, кстати, о запасе сил. Концентрация и стимулирующая микстура у тебя должна быть всегда. Не, концентрация может и не быть, а вот стимулирующая микстура должна быть. Она пипец как помогает при беге. Бежишь, и она тебе прям помогает. Жизни и так достаточно, поэтому ты можешь в принципе не париться насчет жизни. О, а тут что-то... Что здесь такое? Ништяк. Ништяк. Всего насобирали. Короче, я говорю, да, насчет жизни можешь не париться. Она не очень сильно нужна. Просто следи за ней, и все будет хорошо. И все будет просто великолепно, и ты одолеешь любую, в принципе, орду. Ладно, все, мы и так с тобой здесь задержались немножко. Единственное, теперь лом надо где-то добыть. Да херище лома нужно добыть. Я тебе отвечаю просто. У меня с тобой осталось 6. Ладно, поехали. Поехали теперь к нашему шоколадному другу. Что он нам расскажет? Подожди, а что так такими путями-то? Что, больные, что ли? Вот здесь же можно просто заехать. Они меня хотели окольными путями к нему вернуть. Что, больные. Можно было, конечно, стебануться и к этому негру привезти орду. Ты сумел? Да, легко. Уиверу спасибо. Никогда такого не видел. Ты так ловко от них уходил. Да ты что? Ну, вы знаете, когда на пятки наступает орда, это очень стимулирует. Полковник прав. Мы можем выиграть войну. Да не факт вообще. Представляешь, сколько по миру этих ублюдков ходит? Эй! Как прошло? Херово. Мне жаль, лейтенант. О, черт. Не вышло. Мне жаль, лейтенант. Ты безработный. Еще как вышло. Да? Прямо жаль, что ты не видел этот фейерверк. Круто! Сегодня отмечаем в офицерском клубе. Да уж, кажется, кое-кого повысят. Эй, ты идешь? А, знаешь, вы идите, я догоню. Мне надо сперва кое-что сделать. Ну ладно, ждем. Это последнее. Только ничего не разбейте. Кое-что из этого... незаменимо. Что происходит? А где лейтенант? Капрал Сент-Джон. Простите, сэр. Ничего, сынок. Весь ключевой исследовательский состав был переведен. Куда? Переведен? Куда? Просто я принес ей то, что она мне заказала. Понимаю. Но у нас... Пойдем, сынок. Идем. Чуть этот старый хер мутит, короче. Мэм, приказ полковника. Мэтт, так нельзя. Ты не можешь держать меня в заперти. Вольно, капитан. И сказал Господь Ною. Войди в ковчег ты и семейство твое. Дебил. Ибо тебя увидел я праведным ныне предо мною. Мэтт, ну что вы говорите? Простите, лейтенант. Нельзя же, полковник, стойте! А почему он ее держит? Все нормально. Нормально. Мэм, я принес вам те материалы. Идемте, за мной. Что за бред? Под охраной держит. У меня новая задача. Это будет яд. Помните, эти материалы смертельно опасны. С ними надо очень осторожно. Понял, я тебя вытащу. Спасибо. Да, мэм. Вот жопа. Сент-Джон, это...
А ибо я тебя увидел 100%. Отлично. Отлично, отлично. Ух ты. Оружие МП. А, ух ты. Это что, за место пистолета это можно использовать? Прием. Да подожди, ты тут очко навыков еще добавилось. Капитан Коури, выживание. Так, что это? А, усиливает начальный эффект от лекарственной микстуры. Да не, мне не нужна она. А что еще здесь можно? Второе дыхание. Тоже не нужно, не нужно. А вот это что? Мясник, нахер, стрельба. Давай по стрельбе что-нибудь прокачаем. В принципе, ничего. Возможность нанести огромный урон, проводя связку. Возможно. Возможно, что пригодится. Давай гипнет, давай рукопашку посмотрим. Это что у нас с тобой? Повышенный шанс понести критический урон. Так, стремительная реакция. Возможно, вставать быстро на ноги и выполнять. О, вот это надо. Вот это мы с тобой возьмем. Это нужно было давно взять, но я что-то как-то... Как-то просто не было времени это взять. Тебя вызывает полковник. Он в ковчеге у себя в апартаментах. В апартаментах? Апартаменты, реально. Если зайти со стороны главного лагеря, за первым складом будет проход налево. Ладно, а не знаете, что ему нужно? Что-то насчет дежурств. Не заставляй его ждать, капрал. Слушаюсь. Кого? Твое имя упоминали в связи с одним важным проектом. Хорошо себя покажешь, и тебе светит повышение. Да пошел ты нахер с своим повышением. Да, сэр. Какое повышение? Посмотри, вокруг одно говно, короче. Кирпичи. Проект. Какой еще проект? Как низко мы пали. Давай посмотрим, что у нас здесь с тобой. Не фанат музыки и как низко мы пали. Кто поближе? О, это в жопе. Так, не фанат музыки. Давай не фанат музыки. А, это тоже здесь. Ну окей. Сюжетная работа. Сара, ты на связи? Прием. Капрал Сент-Джон, извольте не нарушать субординацию. Рядовой, у меня много работы. На выход. Извините, мэм, приказ полковника. Сказал не спускать с вас глаз. Лейтенант, виноват. Просто у меня возник вопрос по поводу вашей заявки. Слушаю. Там написано, что вам требуется цикута. Да, она растет на берегах болот. Блять, можно опять цикута. На северном краю Кламатской топи, наверняка там будет. Хорошо. Кламатская топь, понял. Капрал, она крайне ядовита. Дай насрать это вообще. Это самое токсичное растение в Северной Америке. Хорошо, я буду осторожен. И еще, в тех местах есть зараженные вороны. Надо взять что-то, чем можно сжечь их гнезда. Сжечь гнезда, понял. Еще один момент. Тот другой проект, над которым я работаю. Скоро появится новая информация. Спасибо, капрал. Конец связи. Так, я кое-что придумал, есть задание. Окей. Давай не фанат музыки сначала. Эй, Уивер. О, капрал. Тебя тоже все загнали. Приятель, зацени вот мою хату. Да, неплохая обстановочка. Ничего тогда. А куда бы сунули, если бы облажался? Ну, этажом ниже, на холодок. Ага, я слыхал. Она, знаешь, тоже не пришла в восторг. Да, знаю. Тебе что-то нужно? Не, ничего не надо. А хотя, знаешь, кое-что прям очень нужно. Слышишь? Чё слышу? Слышу что? Вот, тишина. Полковник, если ты не в курсе, не фанат музыки. Видать, минанить, что ли? Это протанцы. Какие еще? Знаменитые любят музыку, у них другое. Они не танцуют. А... Да ладно. Ну, вообще мне пофиг, нужен MP3-плеер. Кого? Наушники, хоть что-нибудь. Звука. Ты что, шутишь? А что, похоже? Ладно. Спасибо. Нормальный чел, короче. Иди, говорит, MP3-плеер найди мне. Обалдеть. Так, где это у нас 1,2 километра? Я не фанат музыки. Кстати, она говорила про ворон, но ворон-то я здесь всех убил. А где это 1,2? Ого! А, это я кое-что придумал. Ладно, посмотрим, не фанат музыки проявится сейчас. А, она сказала вороны, но, по-моему, всех ворон мы с тобой, как я помню, замочили. Капрал Сент-Джон, рад видеть. Полный бак, отлично. Привет, сержант. А что-то зависало? 1,3 километра, 1,9. Что-то какая-то херня. Ты видишь, залипло и все. Цикута. Здесь цикута. Далеко ехать.
Может, нужно еще к этому подойти, Утерку? Хотя, ты видишь, показывает... О, Дик! Капрал! Да подожди ты, блядь, привет, капрал. Сержант. Там вон все подвисло, ты мне капрал, капрал. Не понимаю, куда идти. Ну, давай еще, короче, вот сюда зайдем, что ли. Это что у нас с тобой? Как низко мы пали. Хорошо, только где это? 78 метров вниз. Ну-ка. Мы сейчас с тобой просто все задания заберем и все. Тихо. 50 метров. Нет, здесь не пройти. Твою ж мать. Сэр, я тут... Вот когда я был молод... Начинается. Мы лазали по пещерам вроде этой. Искали петроглифы, рисунки мадоков других племен. Тысячелетней давности. Эти язычники ведь никогда не жили в пещерах. В холоде и мраке. А вот мы... Боже мой, как низко мы пали. Полковник... По-моему, он тронулся совсем. Лейтенантом Уитакер и Уиверу, тот, кого ты заменил, ушел в самоволку. Начинается. Он вломился ко мне и забрал принадлежащую мне Библию. Верни мне ее. Да, сэр. Я отметил на твоей карте место, где его видели. Ты свободен. Как он мог вломиться к нему? У него же ствол. И забрать Библию. По-моему, это бред какой-то. По-моему, он меня обманывает. Так, это доступно новое задание. Понятно, это сюжетная работа. Как отсюда выходить? Все, понял. Хорошо. Собрать образцы цикуты. Ну что, за цикутой или за плеером? Даже не знаю, куда. Время сколько? Время утро. Отлично. Так, байк у нас с тобой заправлен. Единственное, мне кажется, нужно все-таки оружие прокачать дальше. Да подожди ты нахер, Дик. Капрал. Обзывается еще. Сам ты пенис. Эй, надо чего? Так. Есть все. Да я знаю, что у тебя все есть. Максимум припасов, пулеметные патроны. Тебе кредиты в штанах прожигают, что ли? Да тебе какая разница? Да. Бери кредиты и все, и не парься. Штуку по полной, так? Ну, так. Новый предмет. Вот что я хотел. Пистолет у меня есть новый. Темп стрельбы выше, урон меньше. Ну, давай его возьмем. У него патрон много. Конечно, купить. Так, припасы точно все есть? Я вроде купил сейчас. По идее... А, нет. Сделаешь меня миллиардером, да? Да, сделаю. Сделаю тебя рыбкой. Так. Ладно, шкаф посмотрим по-быстренькому еще разочек. В принципе, меня все устраивает. Поэтому ничего менять я не буду. Что еще мы можем с тобой здесь сделать? По-моему, нихера. Давай смотрим, значит... Почему я должен сейчас цикута собирать? Какой-то зависалово, ты понял? Ты понимаешь, какой-то зависалово? Потому что сюжетная работа, сюжетная линия, где они? Где? Блять, куда? Я уже забыл, как этим пользоваться. Вот, сюжетная активна. Так, отмена выбора. Хм, как это сделать? Вот так? Окей. Трофейная охота. А почему, я не понял? Мне же столько, в принципе, давалось этих. Что за херня? Столько заданий давалось, и только доступно одно. Ну-ка, если я ничего не выберу. Короче, понятно. Только с цикутами остается, и все, непонятно почему. Давай, ладно, отметим ее. И поехали, хрен с ним. Димым атак. Эй, Дик, сюда нельзя. Капрал, пошел ли в жопу? Мне сюда говорить нельзя. Мне можно везде и всегда. Поехали. Полтора километра ехать, ну ничего. Я думаю, что мы с тобой справимся. Раз мы с тобой с Ордой справились, уже не с одной, поэтому все это херня. Справимся, соберем цветочки, цветуечки и всякую остальную дрянь. Ты видишь, на карте, короче, зависло. Очень много меток, но почему-то... Только цикуты. Цикуты нужно собрать эти. Пошла нахер отсюда. Не фанат музыки. Еще задание с чуваком, но оно не открывается. Какое-то зависало. Ты можешь быстрее ехать. Мы с тобой сейчас до конца
будем ехать и ехать еще час, блин. Самое интересное, что там негде паркануться, чтобы очутиться поближе к этому месту. Приходится ехать. Херово. Но зато есть бензоколонка там по дороге. Можно собрать всякие ништяки, как раз у нас с тобой нужны эти, как их. Барахлишко нужно. Лом. Посоздавать всякой дряни. Бля, как же долго. То дверь открывается, короче говоря, когда мы только не подъезжаем. Сен-Джон, на связи? Уивер, да. Тебя плохо слышно, сигнал прерывается. Потому что я в пещере. Я удивлен, что вообще связь есть. Эй, я знаю, где можно взять MP3-плеер. Где? Да ну, и где? Я был в лагере в муниципальном колледже, когда на него напали фрики. Колледж? Тот, что на востоке? Рядом с 97-й трассой? Да, он самый. Дом бойцов утконос, или как бишь его. Короче, когда мы отступали, я бросил там все вещи, в том числе и плеер. Черт, мне надо идти. Сообщи, как будешь на месте. Конец связи. Плеер. Ладно, будет сделано. Вот приколист нас. Ой, идите нахер. О'Брайен. О'Брайен, Банши, я знаю, что ты на этом канале. Сен-Джон, я думал, больше тебя не услышу. Рация не работала? Я ее выключил. Слушай, мне нужна помощь. Я слушаю. Моя жена, та женщина, которую я искал. Я помню. Я ее нашел, О'Брайен. Она жива. Это невероятно. Надо же, каковы шансы? Это сейчас не важно. Я ее нашел, она жива. Но ее держат у себя ополченцы. Те, про которых ты говорил. Сочувствую. Да нахрена мне твое сочувствие? Сочувствие. Мне помощь нужна. Ее держат там, куда я не могу добраться. Помоги мне ее освободить. Ты же знаешь, я не могу. Хотя подожди. Ладно, но сначала сделай кое-что для нас. Начинается. Говори, я на все согласен. Только рацию не выключай, я с тобой свяжусь. Короче говоря, опять О'Брайен что-то хочет от меня. О'Брайен? А, черт. Петух сраный. Чего ему только нужно от меня? Черт, что меня поджидаете? Да мы их уже с тобой убили, что ты так распереживался-то? Мы всех с тобой завалили. Просто всех, кто здесь засаду устроил. А чего не хватает? Полистирола. Да где же его взять-то, ё-моё? Я уже столько всего обыскал, а полистирол найти нормально в большом количестве не могу. Намат, ты меня слышишь? О, опять О'Брайен. О'Брайен, и где ты, блин, пропадал? Я скинул тебе координаты, встретимся там. Конец связи. Хорошо. О'Брайен. Но сначала О'Брайен. Я выполню кое-какую работу, потом с тобой встречусь. Естественно. Так, бензак-то надо все-таки, наверное... Ну-ка. Сейчас, подзаправимся немножко. Вот. Хотя немного потратили. Ну вот, поехали, поехали. Поехали ехать еще 700 метров. Нам нужен с тобой лом. 11 лом это очень мало. Так, ничего, если обыскивать... Стоять. Полковник Карт. Прием. Да, сэр. Капрал, хорошо, да. В наших рядах нашелся еще один предатель. Шпион работал на анархистов. Анархисты? Пять. Да, ты помнишь. Он сбежал, и мы не успели призвать его к ответу. Он отправился на север, и наш патруль его потерял. Я отметил на карте место, где его в последний раз видели. Он бля, еще дезертира ловить. Надо узнать, что он тут делал, сколько знает, чего хочет его группа. Да, сэр, я постараюсь. Как всегда. Как всегда. Свободен. Свободен. Пошел нахер. Пошел нахер. Куда мы едем с тобой? Ух ты. А почему нельзя здесь было проехать? А, тут дороги, походу, нет. Ну ладно. Тихо, где дорога-то? Кто-то хотел со мной поговорить, но... Стоп, я же тут не закончил с гнездами. Да подожди ты с своими гнездами, мы с тобой за этой херотой едем. Не переживайте, я вернусь и доведу тебя до конца. Самое главное, на Орду не нарваться. Хотя пофигу, мы с тобой от нее просто убежим. Убивать я ее не собираюсь, потому Рики что это нецелесообразно. О, Рики? Да, Рики, говори. Рики, Бухарь, вы меня слышите? Дикон вызывает лагерь Лос-Лейк. Просто хочу узнать, что еще Эдди нужно.
Она... Они меня не слышат. Черт, Рики, я не знаю. Майк вроде сказал. Бухарь, Рики! Задаем жару, Бухарь. Задаем жару. Короче говоря, мы их слышали с тобой, а они нас нет. Мы нашли с тобой, кстати, еще засадный лагерь. Сейчас мы с тобой засадный лагерь и Цикуту соберем, и засадный лагерь расхерачим. Капрал Сен-Джон, жду тебя срочно в Даймонд Лейк. Да ё-моё, столько заданий, вы не прихерели. Что-то очень много заданий, очень. И меня это уже раздражать начинает. Когда уже закончим мы с этой игрой? Тихо. Сейчас я все беру. Без лома нам с тобой никуда, ты же знаешь, да? Так. Почему нельзя просто автоматически забирать лом? Сделали бы такой навык, типа автоматический забор лома. И все. И никаких проблем. Да ладно, вначале мы с тобой должны были понять, что нужно вот это, вот то, так, короче. Вот это вполне похоже на болото. Тихо. Посмотрим. 57 метров. Ну давай, наверное, слезем. Вот вначале было понятно. Опа. Это кто? Бля, это утырок, короче. Сейчас ножа его вырубим. Бродяги, что решили поохотиться? Ну и хорошо. Хотя чё, блядь? Сколько можно за мной гоняться? На нахер. Где эти растения грёбаные? Вижу. А черт, она была права. Крикуны. Да нет, здесь крикунов. Мы же всех их сожгли. А нет, есть, бля, крикуны. Они не отстанут. Надо сжечь их гнезда. И да. Вот тут еще. Цикута, Цикута. Мне нужна Цикута. Кстати, да, Сара была права, что здесь эти крикуны. Чую по запаху. Гнездо где-то рядом. Блядь! Промахнулся из-за этих петухов. Да ёб твою мать! Что за порожняк? Тихо! Быстрей! Опа! Все. Надеюсь, сейчас все сгорят. Не, только одно сгорело. Твою ж бабушку, а. Еще одно. Ну, сейчас подпалим. Ну, подпалим, блядь. Надо было, короче, арбалет намада брать. Все, гнездо уничтожено. Арбалет намада справился лучше. А так мы с тобой сейчас просто коктейль Молотова пожахали и все. Жалко коктейль Молотова просто. Давай уже собирай это говнище, нам нужно-то всего одно. Надо найти еще. Куда ближе? 85 метров ближе. Сейчас добежим. Надеюсь, здесь больше не будет этих гребаных птичек. О, вот она. Все. Этого хватит. Ништяк. Я кое-что придумал. Отдать, короче, Саре Цикуту. Это хорошо, конечно. Что нужно ей отдать, но сначала до мудака добежать. Засадный лагерь, вон он, дымок идет, да? Да, вот он, дымок идет. Итак, друзья, я предлагаю, в принципе, на этом на сегодня закончить. Засадный лагерь я и без тебя разберусь, там ничего интересного. Так что всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.